Одессе готовится сносить памятник Екатерине. Был вынесен вопрос на электронное голосование среди жителей Одессы. Жители Одессы проголосовали за. Напомню, памятник был установлен в конце 19 века, был снесен большевиками, потом снова восстановлен в постсоветское время. И сейчас принимается решение о его повторном сносе. Совершенно дикое решение, решение абсолютно варварское, сродни вот тем кадрам уничтожения памятников Пушкину, которые мы видели в Киеве. Можно как угодно относиться к Екатерине, можно относиться неоднозначно. Разумеется, правители той эпохи, они все были неоднозначными, потому что эпоха была такая, да, это было время крепостного права, это было время кровавых революций. Екатерина сыграла ключевую роль в становлении города Одессы, она основала город Одессы, Одессу укрыла в нем бегущих от революции французов, благодаря чему и появилась такая жемчужина у моря. И сегодня сносить памятник основательнице города — это абсолютное какое-то варварство, варварство сродни тому варварству, которое происходило в Одессе после 17-го года, когда памятник ей был уничтожен. И в пандан к этому в Мелитополе восстановили памятник Ленину. Я в этом вижу абсолютное сходство, я в этом вижу абсолютно одну и ту же ошибку, и надеюсь, что русские это переживут. Надеюсь, что и украинцы этот кошмар тоже переживут и все-таки поймут, что перенос или уничтожение памятника Екатерины с его исторического места — это грандиозная ошибка, не нужно этого делать. Вы этим не помогаете бороться с режимом Владимира Путина, это победа над самими собой буквально.